Привет, дорогие друзья, с вами я, Зазепа. Будем смотреть на новый патч, будем косить Левиафана. Вот такие два танка добавились, Франкенштейн. Две башни у них. Так, вот такие два танка добавились, Франкенштейн. Я сам себе открыл ключи, сам себе слышу, не очень хорошо. Так, все, ну давайте запускать. Посмотрим на твоего Левиафана. Поиграл я немножко за кадром. Такой он большой дядя. Лучше на том маленьком танчике не выезжать. У него такая пушка не очень пробивная, не очень дамажная. Но почти он, кстати, был уничтожен мой один раз. Надеюсь, сейчас второго раза точно получится. Потому что я хочу его победить все-таки. И можно будет пойти во второй режим поиграть. То есть там такие же танчики. То есть они играют друг против друга. А, еще в этом режиме Левиафана. Получается, есть боты. Да, боты. Картошка, короче, смогла. Картошка сделала. Сделала ботов. Вроде как более-менее что-то адекватных. Хотя таких, знаете, донных 43%, я бы сказал бы. Которые, ну, на автоприцеле, короче, играют. Как-то так, я бы сказал бы. Вот. Я настрою стрим там, смотрю, как здесь запускают бой, чтобы можно было читать комментарии. Пожалуй, при помощи другого компьютера. А, так. Ключок. Угу. Все, я вижу свой стримак. Проверить ОБС, потери кадров какие есть. Нет, вроде все ровно, все гладко, 0%. Ну, конечно же, здесь долго приходится ждать. Кстати, первый раз я запускал, но там было, получается, сколько, ну, где-то около минуты я ждал. Во второй раз около 3 минут ждал, но так и не запустил его. Решил, короче, запустить вместо танкового боя, запустить, короче, стрим. Пришлось выйти из приложения, там поставить танки, включить. Как-то так. Конечно, все это дело очень долго. Еще настрою. Никому не пугаться. А, ну так это должно быть лучше. Нет, даже не так. А вот так. Все. Осталось только дождаться, когда там в бой пустит. Кстати, прикольно эта фишка новых танков, что две башни получается. Ну, я не сразу, конечно, разобрался, как со второй стрелять, там, по-моему, на тюшку, по-моему, стрелять нее. Это двойной урон получается. Ну, сейчас опробуем это все дело. Неудобно, конечно же, стрелять непривычно, сказал бы. Но если такие танки появятся в рандоме, то придется привыкать, я думаю. Уж я думаю, не рано или поздно появится, а еще придачу этот режим с ботами. Ну посмотрим, что картошка, короче, решит сделать. 4 минуты. 4 минуты уже не может кинуть бой. 4000 игроков в очереди. Не уж так сложно это все сделать. Вряд ли может быть там побольше количества серверов этого нового режима.
О, ну наконец-то, слушайте, а? Запустила. Все 5 минут. Ну да, натюшку. Если вспомогательного орудия. Надо будет уничтожить ботов. Вот в правом верхнем углу видно, то есть 0 из 14. 14 ботов. Сколько у нас получается? 6, 7. 7 игроков. Короче, 7 игроков, 14 ботов и 1 Левиафан. Это, по-моему, что-то... А, да, вот сверху подписан. 28 тысяч хп. Первый раз на Левиафана я вышел на этом на штейне. У меня такая маленькая пушечка. Это, по-моему, под 300 где-то снимает. Ну вот, а вот этот под 400. Ну, то есть урон в 2 раза больше. Там не хватило буквально добить его. Сколько там? 2000 хп. Знаете, как я просто... Ну, я сразу как-то эту фишку просек. Я просто ехал как-то вот сразу за ним. Он был передо мной и отстреливался. Ну, поскольку это бот, и он сам танк по себе высокий. Я не знаю, как вот это вот здание. Поэтому не мог... Мог он по мне попасть. На месте чувака, который умирает, появляется хилка. Но ее никто подобрать не может, просто потому что все еще пока фуловые. Так, ну там штейн. Подожди, что это у меня? Пушка так не опускается. Блять, а ты же меня прикроешь? Давайте пробуем вспомогательное орудие. Так, я вижу уже Левиафана. Он, кстати, по-моему, в прошлый раз тоже появлялся в той же точке. Нужно ехать его раздамаживать, потому что, ну... Это будет потом не очень. Здоровый такой, да? А еще он какую-то хрень кидает на землю, короче, который... Так, ты же не попадешь ко мне, свертухи? Ладно, у меня 2 танка сведены, надо валить отсюда. И желательно потом завязать хилку. Сзади? Свои, что ли? Вы что, сами там в ботов превратились? Ой-ой-ой, не, надо валить. Ну не сюда же валить, ну. А, отстой. 4000, кстати, 300 урона откидал. Ну если, блин, наши салют... В принципе, ему уже где-то половину хп слили. Даже не знаю. А если не очень хорошо выехал, что на 2 танка. Левиафан меня подбил еще. С эту хрень, которую он кидает на землю. Пробивать его лучше в башню, кстати. Ну, так. Совет, если кто зайдет в первый раз в бой, дать ему лучше по башне. Ну, правую, левую, то еще щеку туда вот. Задницу башни. Если вы прижимаетесь в упор, ну, самую задницу лучше ему не кидать, лучше куда-нибудь вот под самый низ, то есть... Как объяснить-то? Нижнюю часть, короче, кидать.
Кстати, вроде они его разбирают, и, блин, слился только один я как нищий. Хотя, вроде как и не так нищий. Нормально сыграл. Досмотрим этот бой. Может, они его и уничтожат. Но я думаю, все-таки это успех. Ну все, он почти проиграл уже. Левиафан. Знаю, если бы это не артиллерия, то было бы, по-моему, в разы проще против него сражаться. Ну, все. Левиафан уничтожен. Обычная награда. А что за обычная награда? Проведенных случайных боев. Ладно. И что это? Это можно открывать? Потеряем свободный опыт за бой. Малый один комплект. Ну, в принципе, сносно. И резерв. Давайте еще раз, может, катаем этот Левиафан. Или... Нет, давайте, давайте вечная битва. 15 на 15 посмотрим. Режим. На том мелком танке лучше не выезжать все-таки. Не знаю, ну, я на нем сыграл один раз, может, я не прав, может, это сугубо мое мнение, может, мне просто стоит поиграть на нем еще раз, посмотреть, но что-то мне он вообще не зашел. Здесь вроде как должно быстрее кидаться. Ну, максимум там, ну, в прошлый раз мне было 50 секунд. Пока свернусь, гляну Twitch. Там с плечом моим. Ну, вроде все нормально. Обычный рандом. На этих штенах мало кто играет. Не знаю, у него эта пушечка сзади синяя. Ну, я думаю, типа она как считается, типа, более мощной или что. Может, она добротно кидает, так думаете? Давайте следующий бой тоже в рандоме так сыграем, но попробуем на Штейне. Я не знаю, это типа куда моя пушка вторая смотрит или что я? Я, кстати, зажатой правой кнопкой мыши, она все равно поворачивается. Непонятно как-то мне пока что это.
Засранец. Конечно же, это башня, блин, сквозечник от французов, топовая. По-моему, Ариэль 44. У нас двое уже слились. Ты серьезно хочешь на толпень? Нет, ты поехал направо. Ну, пока что мы насасываем, но у них хп вроде как. Сейчас по идее забрать пару танков, но это пару плюх только. Давай. Ну вот уже минус два. Набрали тех молодых. Ремку, кстати, можно было не тратить. У нас такая же скорость рем, как и у меня. Ну, в принципе, они тут загнаны. И научился пока эту мелкую башню использовать. Это, знаете, это вот на открытом, то есть, пространстве, то есть, один на один. Хорошо, тут тиммейты, по-моему, забирают хп больше, чем... противники. Не, ну я здесь уже не натанкую. Еще попал ему в заднюю гусю. Тим еще хрен пойми, где слилась. Какие-то потерянные они, я не знаю. Может, что ли, мод на статистику себе поставить, там, этот мод ХВМ. Чтобы смотреть, кто со мной играет. Но я просто не хочу расстраиваться. Поэтому я просто надеюсь, что они хотя бы среднестатистические игроки. Не знаю там. Ну, пожалуйста, 50% там. Ну, нет, подожди, я хочу просто посмотреть. Вот, 0 урона, кто они? 48. 47. Ну, какие. Что-то там что-то выпало. Неделя, тройной удар. А, наверное, просто урон наколотил. Я шагал там этот режим пару раз. А какие-то там медальки интересно дается там что-нибудь. Что это у нас? Дополнительный опыт. Лёд, трёхлежевская масса. Очень ясная ремка. Ну резервы, да, здесь фармить неплохо. Фильм аккаунт получен. И прем еще дали, слушайте, нормально. Давайте еще раз. Я все-таки хочу победить. У меня и такие конченые в команде, но... Но я считаю, что это необходимо.
Что мне там за Левиафана дали? Пекла. Хоть по нулям все. Так-то не очень, да? Надо взять победу уже здесь. У них побольше френки. Не, ну может, кстати, поможет, наверное, автоприцел как-то с двоих орудий стрелять. Непонятно, кстати, где у него шкала перезарядки у этого второго орудия. А, подождите, вот слева и справа вижу. Туда залетать. Не-не-не, я лучше назад отманшу. Сейчас он какой-то донный, он будет стоять, походу. Так, прячем. Тут, короче, такое условие. Блин. Либо ты, короче, бортуешь адекватно, да? Либо ты просто, ну, выезжаешь, становишься прямо, но ты получаешь плюхи. Что это было? Чего, блин? Нет. Сука, дебил конченый, блядь. Пол хп мне снес даун. Не, конечно, может сейчас я погорячился, но... Эта сука погас, меня хорошо влупила. А его рука в жопасе, ну по факту я так-то не виноват. Ну, посмотрим, что за победу дадут. Где 1000 урона настрелено, 1000 танканул. Ну, что мы сняли? Так, не, подождите. Я с нихрена не даю с него, с его режима. Такой чисто фановый режим. Не, ну, блин, хоть бы кредит давали бы. Хотя я же за ремонт не плачу, ведь, да? Да, я ни за что не плачу.
Подождите, обслуживание. Да, я за снаряды не плачу. За ремки тоже не плачу. Угу. Ну, в принципе, экипаж интересно качается. Так. Кстати, я пару боев уже как. А, ну блин, как, какой качается, если тут. Понятно, все, блин, зря, наверное, поставил вот это вот боевое братство. Я просто думал, что он как-то качается. Ну давайте один боек просто глянем Штейна. Я, наверное, просто запущу вторжение Левиафана. Или обычный. Давайте обычный, потому что Левиафана на этом разбирать, на этом не по приколу, в общем-то. Ну, тут побольше Штейнов. Попробуем использовать вторую башню как-нибудь, я не знаю, но это... Вот так может как-то задницу играть, запенкивать. Это, блин, это вдвойне... Это втройне сложнее, как, по-моему, так играть. Во-первых, от заднего хода играть. Да, но я буду этой башней катать. Я не знаю, может я сейчас солюсь как рак, но... Черт возьми, я должен попробовать это. Буду от задницы танковать как-нибудь под углом. Какой-то прицел тут на весь экран, это что такое? Кстати, подождите, а вот... Это, по-моему, слишком большой угол. А, ну это... А это, кстати, по-моему, это просто его зона прицеливания так обозначается. Зона прицеливания. Так, ладно, давайте попробуем, как я хотел это все дело провернуть. Это сложно. Да, еще что-то лагает. Чего? Откуда у меня 200 пинга? Пацаны, у меня топовый интернет, ну серьезно. Чего, блять? Может мне не выебываться? А, давайте я лучше не буду выебываться. Просто нормально затанкую этого ублюдка. Ой, блин, я сзади не хотел подпирать. Извини. Блять, этот ублюдок все равно по мне попал. Этот ублюдок попал по мне второй раз. Херня рукожопая. Да, 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 да. Ты меня через гусю давай. Бей. Молоток, блин. Не, ну мы вроде как пока держим позицию. Так, надо этих чуваков слева принимать. Вот этого принять надо. О, приятель! Иди сюда! Это удачно приехал. Добавил ему еще там. На пряник. Так, ну здесь мы, в принципе, вычистили, они все справа. Я, наверное, как-нибудь там обойду. Ну, блин, ну они ж туда попрут. Ну они на низине. Им выезжать надо, выкатываться на нас. А у этих френки, у них...
Блин, ну у них башня плохо попускается, но я, кстати, не знаю, как она поднимается у них. УВН у них плохие. Так, вот это уже недобро. Не-не-не, давай ты сюда поедешь. Блин, а мне тут жопа. Давай, давай. Так, ну что-то бить надо так-то. Это было потно. Блять, не едь сюда. Сука. Ну почти я перезарядился. Почти затащил, у меня 2 хп оставалось. Но это было красиво в конце. Это было очень красиво. Не, все-таки есть у этого мелкого что-то. Что-то у него есть. Если правильно играть, если руки, как говорится, не жопы растут, то можно, в принципе, тащить. Да, ну что, надо добить, наверное, там сколько? 8 тысяч. Так, где-то глянуть. Так, дальше. Подробнее. Ну что, давайте добьем уже, может быть. Не, есть что-то в этом танке. Мне просто не особо нравится расположение этой башни сзади. Конечно, там помощнее пушка. Но я хочу все-таки распробовать этот танк. Надо. Надо, надо. Это вроде как скорострельно по 3 урона швыряет. Сколько ты дамажишь? 125. Ну сколько нам? Там, по-моему, 3 раза стреляет. То есть где-то 400 выходим, да? Ну, 300, сколько получается? 365. Грубо говоря. Это 250. Ну, кстати. А сколько дополнительная пушка у этого сносит у Фрэнки? Один смелый уже сюда едет, да? Нет, этот дурак, этот может просто попереть на пролом. Кстати, я его еще и не пробиваю. Ну ладно, разменялись, но это было, конечно, не очень. Блять, если... Это я зря. В принципе, наши их окружают, и сейчас наша задача это сдерживать их. Бля. Ну, сейчас можно так-то и насосать. Ну заебись, попал я. Сейчас надо сзади вот здесь заехать через эту арочку. Этих мало накидал. Это явно.
еще 40 секунд КД. Да, приятель, лучше назад влезь. Бо, пиздюлишься сейчас. Сейчас боеукладку вынесли, короче, 22 секунды КД. Так, ну у Фрэнки он далеко стоит, и у него углов нету. Так что в теории, если он сейчас вылезет... Не, он не вылезет. Наша днище перевернулась. Так, а мне там 2000 надо накидать, значит, соответственно, мне надо еще один бой будет скатать. У нас голубой. Тысячу урона сейчас не отобью явно, но явно сокращу себе на следующий бой. Ой, бля. Что ж ты его так подтаранил-то, а? Я еще под этим углом выстрелил. Надо добить, посмотреть, что дадут, короче, там, по 10 тысяч. 500. Даже меньше. Отклонить, наверное. Все, я хочу все-таки на этом танке сейчас покататься. 500 урона дать нормально и все. На. Я тебе капкан привет передаю. Посмотришь потом записи на YouTube. Ну чё, та же тактика. Добавили какой-нибудь такой же стилистики, может там, знаете, рандомно как-то, то есть, ну, Химмельсдорф. Не, знаете, городские карты. Они хорошо смотрелись бы здесь. Сейчас этот скворечник ловить буду. Сейчас он еще танкует что-то. Не, ну нахрен. Там стоят, свелись. Всем справа решили давить. Угу. Типа этим можно неплохо носовать так-то. Спасибо. Меня раздавил. Я просто думал, знаете что? Я сейчас ходу, короче, такой добавлю, и он просто ляжет, короче, ну, на спину.
Картошка. Это пиздец, да? Давайте за самым успешным кем-нибудь понаблюдаем. Чуваку, походу, просто хорошо на базе. Это, наверное, просто бот какой-то обоссанный. Перков 96, пожаловался. Бездействие, бот. Чувак, ну ты вот, по крайней мере, когда выезжаешь, ты можешь хотя бы с этого орудия давать. Ну, блин. Молоток. Ну, я думаю, это победа уже. У них осталось два танка. Ну и все, все уничтожены. Ну-ка, что нам дадут? Черный властелин выполнено. Так. Награть, наверное, не сюда же выкинет. И что же нам дадут? Что это? Дополнительные кредиты, масло и ремка, да? Неплохо, в принципе, такое, знаете, расходник. Ну, не денег стоит. Может, потом... Подождите, что? Получено кредитов 100, бля. Руманул. Получено опыта 5000, это свободка, да? Угу. Мне вот интересно было, в чем за окно открывалось. Режим боя. Следующее, назад можно победить. 8 задач выполнено. 7... 10 жизней, победить, выжить в полном условии в каждом из 10 боев. Что это? Вторжение ПВЕ. В этих боях. А, нужно Левиафана, короче, 10 раз победить и не быть уничтоженным. Это что? Вторжение 25 раз. Подожди, это... А, это столько солей, и там. Пост победить, да? Командарь, фрэнки. Каждый 300 раз 10. Ну, короче, ясно. Тут расходники там по 100 тысяч, короче, дают. Заблокированный урон, кстати, тоже можно добить. 3000 урона банкануть. Опять по рандомный ящик выпадет. Угу. Снаряд. Понятненько, понятненько. Ладно, я думаю, на этом можно аж небольшой стримчик закончить. Я как раз просто, ну так, для YouTube еще видео. Извините. А, капканчик. Ты пишешь. Ладно, я думаю, короче, на этом стримчик можно закончить. И выкладывать видосик на YouTube. Ну, всем спасибо, всем пока.